Нет, это просто премьера, очередная премьера. То есть, как в прошлый раз это была премьера песни, так и сейчас премьера песни. Сегодня в 4 утра, значит, я просыпаюсь, в голове мелодия красивая. Думаю, вот елки-палки, придется вставать. Встал, напел, записал, лег спать. Раз, продолжение мелодии. Пришлось опять встать, записать. Утром в 8 встаю, думаю, интересно, что может усложиться вот из текста? И что-то накропалось такое. Вот. Ну, а дальше побежал на вокал, все там, день-день. И вот сейчас разобраться в этих почеркушках даже будет сложно, потому что мне некогда было на печать вывести это все. Названия еще нет. Снежные крыши города выше, мы с мамой на елку идем. Только мы вышли, соседский мальчишка вышел во двор со щенком. Милый лохматый комок скачет у маленьких ног. Мама, пожалуйста, вместо подарка пусть будет у нас свой щенок. Милый лохматый комок скачет у маленьких ног. Мама, пожалуйста, вместо подарка пусть будет у нас свой щенок. Ёлка сверкает, дети встречают, вот Дед Мороз к нам идет. Нос его красный, с внучкой прекрасной, что он в мешке нам несет. Пусть это будет щенок, милый лохматый комок. Дедушка, знаешь, ведь ты понимаешь, лучший подарок – щенок. Снежные крыши города выше, с елки мы с мамой идем. В сумке конфеты, щеночка там нету, но верю, его мы найдем. Кто там пищит за углом? Мама, скорее, бегом! Крошка, щеночек, один, одинешенек, будет у нас с тобой дом. Кто там пищит за углом? Мама, скорее, бегом! Крошка, щеночек, один, одинешенек, будет у нас тебе дом.